В музее-заповеднике «Родина Ленина» идет активная подготовка к наступающему Новому году. А в музейном комплексе «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» уже установили настоящую елку. 15 ноября здесь открылась выставка «Театр у елки», посвященная новогодней тематике. Уникальные музейные экспонаты, театральные куклы, эскизы декораций, костюмов и даже вертеп любезно предоставил Государственный театральный музей имени Бахрушина. Гости смогут познакомиться с семейными традициями празднования Нового года и Рождества, значением украшения елки в каждом доме, историей вертепного и домашнего театра, а также со сказками, которые ставили на театральных подмостках нашей страны. На нашей экспозиции будет проходить мероприятие «Театр у елки». Оно рассчитано и на взрослых, и на маленьких. Здесь интерес для себя найдет каждый. Эта программа посвящена различным сказкам, новогодним сказкам и любимым сказкам, такие как «Снежная королева», «Снегурочка», а также замечательное явление нашей страны – это театр «Петрушки». Экспозиция разделена на несколько тематических пространств. Знакомство с выставкой начинается со встречи с героями сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Центром первого экспозиционного пространства стала кукла «Снежная королева» высотой в 2,5 метра. Следующий тематический раздел выставки – вертепный театр, где можно увидеть настоящий вертеп. Это двухъярусный ящик, в котором разыгрывается рождественская история о рождении Христа, поклонении ему пастухов, волхвов и царей, и реакции на это событие Ирода. Выставочный вертеп изготовил в 1975 году театральный художник Алексей Щеглов для спектакля «Украинский вертеп». Раздел выставки «Театр Петрушки» представлен куклами и эскизами декораций, а другой раздел посвящен одной из самых ярких театральных историй – «Снегурочке», внучке Деда Мороза. Это пространство музея наполняет эскизы декораций и костюмов к опере «Снегурочка» Римского-Корсакова различных театров. Конечно, детские новогодние программы обязательно сопровождаются играми. Кроме того, участники программ смогут приложить свои творческие умения и поучаствовать в мастер-классе по фетру и изготовить новогоднюю игрушку в виде поросенка, снеговика и сказочного оленя. Выставка продлится до 1 февраля 2019 года. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.